Открытое обращение к прокурору Воронежской области Гулягину Александру Юрьевичу. Уважаемый Александр Юрьевич, я Савченко Николай Александрович, житель города Росоши. Обращаюсь к вам от имени ветеранов-фронтовиков, от имени бывших малолетних узников Росошанского концлагеря и всех неравнодушных граждан. Дело в том, что в нашем городе, в самом центре, в сквере Кирова, уже который год стоит незаконная могила неизвестного фашиста. Это памятник в виде шляпы альпийского стрелка, и в постаменте были замурованы тайно незаконно останки, перевезенные реваншистами с полевого кладбища в самый центр города. Я очень вас прошу, посмотрите на ютубе ролик, который называется «Кто позорит Росош?». В этом ролике подробно изложена история вся этой подлой истории. И поэтому год, который президент объявил годом памяти и славы, мы считаем очень важным. И День Победы, который приближается, в Росоши должны встретить жители не с памятником фашистам в центре города, а со сквером, который переименован в честь Победы в сквер Победы. Я вас очень прошу, возьмите под свой личный контроль это расследование и поручите как можно короткие сроки изъять остальные останки в постаменте, а шляпу убрать в склад, как минимум, до расследования и суда. Мы просим вас всех избавить наш город от позора.